Итак, всем привет, дорогие друзья, мы сегодня продолжаем играть в Сталкера. Пока мы не играли в него, я его немножко попроходил, так сказать. Я очищал, подземку. Потом через эту подземку я убил каких-то... То есть одного убил какого-то супермутантов, а второго я убежал прямо в военную базу. И там я еще спер документы. И сейчас я, хочу, вот когда мы войдем в игру, просто собрать сейчас деньги с миссий, которые я выполнял раньше. Ну вот такой вот у меня план. А потом, может быть, еще какую-нибудь миссию мы и начнем. А пока мы ждем, пока загрузится. Слегка, конечно, долговато, ну ладно. Ну так вот, что еще расскажу. Нашел я еще одну базу с лагерем. И там, есть бармен. Я у него купил за 10 штук специальную броню с противогазом. Еще купил новый себе автомат. Патроны, разумеется, на него не дешевые. Если все 240 там купить, то они стоят там аж на 4000. Хочу сказать, что еще я сходил к своему этому торговцу, который мне жизнь там спас в начале игры, поздоровался с ним, забрал у него награду и ушел. По дороге еще на меня там нападала куча мутантов, собак там всяких. Самое главное, подхожу, к собачке. Направляю на нее пистак, и она, взяла и убежала в кусты, заскулившись. А потом из этих кустов где-то 8 штук собак на меня набросились. Я даже сам охренел, представляете? Так, почти загрузилось. Так, с этой я тут остановился какой-то хрени. Ага, собаки еще всякие. Так, ага. Ну что, бежим забирать награду, которую я не забрал. И еще, наверное, пособираем или нет. Хрен знает. Что-то оно мне зависает слегка, ну ладно. Пофиг. О, здорово, братаны. Ну, чё расскажете? Чётко, кстати, играют. Давайте послушаем. Юрка Валант. Завязывай, ладно? Надоело. Молодец. А то взять и послать эту зону к такой-то матери. Загнешься тут не за комариный чих. Ладно. Реально, пацан четко играет. Так, достаем пистак. Забыл. А то тут же эти есть собаки всякие. Нечистой породы. Которые меня возьмут и шлепнут. Куда похрище. Ну, блин, что за хрень? Видать, эти хейтеры магию наслали, вот ты говно, тут импаут, редко выходишь гулять, вот тебе сейчас
Нашлем тут зависаний. Так, это уже не смешно. Так вот, отошло вроде. Ты что с игрой-то? Ё-мазай. Так что ли, просто пойдем? Задолбала она что-то зависать. В прошлой серии такой у меня хрень не было. Опусти. Окей. А то вы меня расстреляете, я ж его знаю, говнюков. Радиация, да? Чё тут до хрена радиации-то, больно, как мне пройти-то? Тогда перейти. Сейчас перейдем мы, короче, на другую локацию. Сказать, что мы перешли, да. Перейдем на другую локацию, заберем деньжатки, выполнил там задание, и на этом закончим эту серию, я думаю. Вот так вот сделаем. Так, блин, ну-ка, мне тут на какую-то хрень сдался. Так. Так, все, хватит. Сталкер. Не пугай меня, не надо так делать. Так, и чё ж у нас тут было? Собаки напали на чела. А они тут сейчас до тех пор. Я ж их тогда еще перестрелял вроде. Вот же у чипсы. Валить надо. Ран, Вася, ран. Не останемся мы голодным, псан. Ран, ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Или останемся мы голодным, псан. Пизду. Беги, пожалуйста, и не надо зависать. Меня тут уже собачка перегнала даже. Так, ты, падла, сейчас у меня эти лаги-то отойду, вот я тебе пропишу по самому не хочу. Хотя, почему они у меня тут появились? Такие зависания, хрен его знает. Где собака-то? Собака! Ты где, я тебе сейчас тащу? Иди сюда, что ты убежал, твоя собака. Да я тебя запомнил в рожу. Так, и тебе я тоже. Милая ты моё. Ни хрена себе ты, пёс. Ты чё хоть сделал-то? Ау, 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 падать-то больно. Пёс, ты чё сделал-то? Охренел, что ли? Как меня так собака подкинула-то?
Пес, а пес. Я же это могу скосить. Охренел, что ли? Как же ты охренел, этот пес. Так, окей. Войдем в зону, мне каким-то хреном здоровье само по себе устанавливается потихоньку. О, окей. Блин, нет проблем, конечно. Мне еще кажется, то, что я немножко не туда пошел. Ты серьезно? Сталкер задолбал. Ну-ка, а если вот так сделаю? Вот. Так, теперь вот успокойся и погнали. Иди своей дорогой, Сталкер. А тебя что не устраивает? Что я тут прохожу? Ты мое имя знаешь, подумай только. Иди своей дорогой, Сталк. Своей дорогой ты иду. Так, вот тут вот обычные, я смотрю, пацаны сидят с этим, с вояками. Второй раз я испытываю, как залезет на мое место. А что вообще? Че же ты, если ты раскладываешь? Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. Так, блин, сталкер, ну ты чё хоть? Так, ага, значит, сейчас вот тут вот пройдем. Я даже что-то молчу. Потому что о чем тут говорить-то? Неужели отошел, что ли? Что-то сталкер потихоньку себя приходит. Может быть, это все дождь или еще хрень всякая.
Неужели дошли до награды или нет? Блин, еще на другую локацию, оказывается, надо нам уйти. Или я не туда иду? Блин, что-то я слегка не туда поход пошел. Фейк. Где-то вот тут, вот в этой всей хрени находится мои деньжатки. Так, надо передохнуть, просто постоять. Побежали. Послушайте, мужики. Блин, ладно, да, дорогие друзья, мне уже надоело просто играть сталкера под такими лагами, поэтому если вы поставите дизлайк, я пойму, я просто скажу, что эта серия у меня будет очень, получается, короткая, поэтому подписывайтесь на канал просто. В следующей серии, надеюсь, обойдемся без лагов. Просто это не то, что вам, это даже я терпеть не могу. Мне обидно то, что мой комп такой дурной.